Я вновь приветствую всех зрителей и подписчиков нашего канала. А мы продолжаем. Как мы помним, в прошлую серию мы остановились на том, что я решил все-таки подождать, пока у нас построится костюм Мэг для Мирослава, для нашего карателя. И уже с цельным Мэгом идти на задание. Так, вот такой вот отряд я выбрал. Давайте будем мы сейчас вооружать потихонечку. Ну, тут мы применяем уже, в принципе, все стандартное. Так, лазерную винтовку дадим ракетчику. Так, медику. Медику мы дадим автомат, наверное. Гауссом. Так, отлично. Пехота у нас, соответственно, идет с теми причиндалами, с какими обычно идет. Так, прицел и второй прицел. Где он у нас? Вот он. Так, второй пехотинец. Все наподобие первого. Два прицела крепим. Отлично. Так, идем дальше. Штурмовик. Штурмовик. Стандартная экипировка штурмовика идет. Так. Что мы тут сделаем? Наверное, сделаем вот так вот. Следующее. Модуль прицеливания поставим. И поставим еще хитиновую защиту. Так, кольт снайпер у нас. Соответственно, получает снайперские примочки. Так, ну и вот, переходим мы к Мирославу. Мэг 1 получает он костюм. Также, что мы еще можем поставить сюда? Кинетический модуль. Так, посмотрим, что с лазерными пушками. 7-11, 10%, 11-6. 3 боеприпаса. 7-13, 10%, 13-18. Имеет повышенную точность. А это у нас оружие Гаусса получается, да? Понятно. Тогда давайте ставим оружие Гаусса. Так, так. Дает способность крепкость здоровья. Угу. Также у нас есть тактический сенсор, усилитель луча. Голографический модуль. Это у нас как голографическая метка работает, понятно. Так, значит, вот у нас два дополнительных. Давайте эллиевые ускорители поставим. И пояс и сплав нам нужно будет. Крепкость здоровья. Так, это тактическое чутье. Защиту. Нет, вот пояс и сплава. Так, усилитель луча, плюс один урона. Понятно. Так, ну в принципе вот таким макаром, я думаю, как раз таки у нас будет бегать, бить кинетическим модулем, если что. Окей. Окей. Так, ну и инженер у нас остается. Так, что у нас инженер получит? Инженер у нас получит лазерную винтовку обычную, пистолет и несколько гранат пришельцев. Отлично.
Так, ну что ж, вроде бы всех экипировали. Давайте начнем. Садимся. Так, внимание. Вас ждет работа в самом центре Нигерии. Объект упал в отдаленном районе. Надо туда съездить, пока пришельцы не явились за своим барахлом. Понятно. Что ж, высаживаемся, поглядим. Говорит рейнджер, мы к северу от места крушения. Штурм один к бою готов. Вас понял, рейнджер. Мы присмотрим за вами. Штурм один, можете начинать атаку корабля. Так, и где наш мэг? Вот он. Смотрите, как далеко может ходить. Отлично. Отлично. Так, ну что ж. В принципе, куда и как ходить нам пока что неизвестно. Давайте на пригорочек заберемся. Так, что мы видим? Что-то горящее. Но пока что непонятно, в какую сторону нам двигаться. Так, хорошо. Слушаюсь. Потихоньку будем передвигаться. Так, это у нас штурм, да? Давай рывочками. Да, наверное, можно всех, в принципе, рывочками, да? Я так полагаю. Так, снайпер у нас. Высокая позиция у нас есть, тут у него есть. Врет, значит, на пригорок. Так. И медика, и мэка в боеготовность сразу поставим. Ну, быстрее. И остальных двигаем поближе. Orders confirmed. On the move. Так, все, вроде бы. Шевелись. Послушаем, откуда что услышим. Ага. Ого. Уж не здоровый ли это робот? Как-то уж подозрительно он шагает. Так, и где он может быть? Вот что интересно. Давайте куда-нибудь пройдемся. Давайте вот сюда вот. Так точно. Так, что у нас здесь? Что-то есть или ничего уже нет? Ну вот, судя по обломкам каким-то, нам в эту сторону вроде бы, да? А двигаться-то нужно. Ну что ж, давайте туда и передвигаться тогда. Так, снайпера за дерево поставим. Отлично. Можно было бы, в принципе, всех рывочками передвинуть. Выступаю. Так, наверное, сейчас и поступим. Так, пока с карателя переключаемся. Я уже там. Давайте всех туда на горку. Так, кто еще? Еще два, кажется, оперативника, да? Так, ну хорошо, давайте карателя в боеготовность, то постоянно на него. Бегом. Компьютер нас переводит. Так, последний, да, оперативник? Отлично.
Ага. Оттуда что-то слышу. Понятно. Там еще у нас состав. Давайте тогда на этот фланг вот перебросим несколько наших оперативников. Так. Бегом. Вот так вот сделаем. И давайте Мирослава продвинем. Вот так сюда точно. Посмотрим. Так, ну и где наш разбившийся объект летательный? Что-то я не вижу. Было похоже, что здесь какие-то обломки. Может быть, там. Туда дальше. Ладно. Хорошо. Давайте перебазироваться. В ту сторону. Так, тут у нас снайпер. Пусть стоит в боевой готовности. Медик, да? Есть, уже выполняю. Ну вот. Вот и первые ухошники. Хорошо. Так, кто-нибудь видит? Даже снайпер их не видит почему-то. Давайте подвинем кольта ближе. Так, 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 так. Видишь, да? 65, работаем. Отлично. Так, теперь мы продвинем карателя чуть так дальше. Точно. Так, видим помеху слева. А вот и кораблик у нас вон там вот валяется, понятно. Верным путем идем, товарищи. Так, 64, работаем. Получил фашист гранату. Противник нейтрализован. Отлично. Так. Пока что давайте остальными на боеготовность. Están retrocediendo. Да ты что? Так, 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 так. Ну что, надо как-то переходить нам, более ближе подходить. Есть, выполняю. Хорошо, будем, значит, подходить. Так, снайпер на позиции, доктора мы вот сюда, вот это дерево. Так, Мирослав, давай и каратель сюда. Здравствуйте, дяденька. Отлично. С этим разобрались. Ну еще бы. Мчусь туда. Так, кто еще у нас? Инженер, да, остался? Давай сюда.
Так, ну и снайпер нас подпокрывает. Так, что можем дальше совершить? Рывочком сюда вот. Окей. Так, что у нас дальше тут по списку? Ракета у нас там. Ракета, корабль. Бегом. Будем потихоньку, значит, подходить. Так, снайперы перебазируем. Поближе к кораблю. Обзор, чтобы был получше. Я мигом. Медика сюда. Так, так, так. Выхожу. Давайте двинемся еще подальше. Ну вот, уже видим корабль. Отлично. Кто еще у нас живой, не ходивший? Так, и ракетчик, да? Ну, давайте ракетчика сюда куда-нибудь поставим. Ну, быстрее! Поближе к составу. Опа! Вот это прикол. Вот это прикол. Что ж, хорошо. Оружие к бою готово. Отступают! Зацепило! Да уж. Так, нам сейчас нужно отходить к медику. В принципе. Так, а этого мы убьем, в принципе-то, да? Давай. Да ты что? Ну, ёлки-палки. Что за фигня происходит, а? И ты еще и обойти его не можешь. Вообще молодцы. Ну охренеть. Так. Уже на месте. Aye, aye, commander. Я уже там. Так, 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 так. Двигаемся. Бегом. Да. Обстрел.
Противник нейтрализован. Ну вот, с этим разобрались. Ракетчик-то у нас не смог его добить. Блин, и что за фигня тут, что за яма такая? Обойти прям нельзя. Бегом! Иди, уходи отсюда, догоняй отряд. Сейчас телепаться будешь в самом конце. Так. Приказ понял. То есть здесь снайпер на высоту бежит. Так, здесь у нас что? Врач, остаешься здесь, тебя догонять будут скоро. Так, тут у нас пехота, да? Отходим ближе, штурмовики. Такая же фигня. Так, давай сюда пока. Медик, давай вот здесь вот посиди. Так, кто еще? Вроде все, да? Где там ракетчик? Пора пробежаться. Давай, телепайся. Got it. Так, отлично. Так, так, с люком. Давай сюда. Отсюда будешь подходить к дверке. Теперь снайпер. Вот сюда вот. Отлично. Так. Давай-ка вот сюда штурм. Пехота, да, сюда. Сэр. Отлично. Так, тролль, ты сидишь. Каратель сюда. Окей. Так, что мы тут имеем? Давайте штурма сюда. Тут никого нету. Откроем дверку. Тоже никого, да? Так, хорошо, давайте рывком сюда. Тишина, да? Хорошо. И вот сюда вот пехотой. Так. Снайпер здесь останется, наверное. Так, штурм. Давай сюда. Второй пехотинец. Да, сэр. К этой дверке ближе. Отлично. Да блин. Сиди на бой готовности уже. Иду. Давайте медика подтягивать потихоньку. Так, здесь сидит. Принято.
начали. Так, кого ты там увидел? Никого. Ну ладно. Боеготовность. Есть, выполняю. Глыба, давай быстрее беги, елки-палки. Сколько можно телепаться? Так. Ну вот и пришельцы. Каратель их карает. Угроза ликвидирована. Координаты получены. C'est parti. Так, и насколько я помню, вот тут вот у нас никто стоит, да? А значит, будет возможно выходить вот с этой дверки. Но туда мы подходить не будем, мы просто там встанем на боеготовность. И снайпера тогда поставим вот сюда вот. Так. Остается у нас врач и, конечно же, наш алкоголик, который все бежит. Все убежит и бежит. Сейчас будет больно. Отлично. И еще разок. Так, супер. Сколько там у нас восстановлено? Все, да, восстановлено? Ну, очень хорошо. Так, тут боеготовность. Прикрываем снайпера. А вот и он. Так, хорошо. Щит подсбили. Ну, вот это уже плохо. Они решили налететь с фланга. И сейчас будет второй выстрел. Так я и знал. Так, ну что, ребята, пора бы поздороваться, да? Выдвигаюсь. Похоже, будет у нас веселье. О, действительно будет веселье. Вступаю в ближний бой. Фига себе, только две ячейки сбил. Вы издеваетесь, что ли? Эй. Ну, быстрее. Это что-то с чем-то вообще. Так. Хорошо. Так, есть попадание по изгою. Медик, беги, беги. Выступаю. Как только сможешь далеко. Тут боеготовность. Сотенька, да? 23-то, давай. Есть контакт. Еще разок. Есть контакт. Так, и здесь есть вариант попадания, супер. Еще раз, отлично, добей. Ой, молодчики. Так, в броню, отлично. И ответочка. Супер. Мертвее не бывает. Я под огнем. Да.
Ситуэйшн, конечно. Посмотрим, сколько снимут сейчас. Скафандра есть свои плюсы. Ну да, 4 в защиту и всего двоечку снял. Отлично. Отлично. Вот мне интересно, как сильно ты сможешь ударить. Выхожу на точку. Я под обстрелом. Так, тут промах. Двенадцать единиц урона должен, по идее, нанести. Иду в рукопашную. Нанес всего 10. Очень странно. Так, ладно, подходим ближе. Снайпер у нас должен видеть того. Нет, не видит. Ну что ж, хорошо. Встань просто в боеготовность. Так. Видим боеготовности. Тут у нас алкоголик бежит. Да, сэр. Как может быстро и сильно бежать только. Так, давайте дверку приоткроем. Мы не видим его, да? Ага, он снутри находится, понятно. Понятно. Okay. Тогда подходим. Становимся тут в боеготовность этим оперативникам. Так. Подходим сюда поближе, тоже в боеготовность, на всякий случай. Смотрим дальше, что у нас. Скоро буду. Видит, да? 57% работаем. Есть попадание. Так, здесь пробежечку нам. И вот до сюда. Так, отлично. 41. 85. 85 работаем. Хорошо. Опа! Тут откуда ни возьмись, появилась живопись. И с этой стороны у нас один кольт только, да? Так, кого видим? 57 того, да? Он у нас не на боеготовности же, да? Давай пару выстрелов произвели. Только обязательно точных. Отлично. Так, теперь дробовичок. Дробовичок у нас заходит вот сюда вот. И вот этому чуваку по мордам стреляет. Так, отлично. Перезарядку делаем. Так. Злюка у нас злится и бежит как можно ближе. Потому что там мутончики у нас. Так. Снайпер у нас стрелять не может. Так как один раз выстрелил, нужна перезарядка. Это пушка Гаусса. При таком раскладе надо убегать. Убегать куда? Убегать куда? Так, пока стой на месте. Стой на месте. Тут у нас стенка, насколько я понимаю, да? Вот сюда вот подходит у нас каратель. Так, отлично, видит обоих. 59-80, работаем по 80. Так, минус раз. Боезапас кончается. Угроза устранена. Ничего, скоро перезарядимся. Так. Тут у нас... Координаты получены. Подходит вот сюда наш ракетчик. Кстати, что он скажет по нашим ракетам? Сможет ли до туда дострелить? Немножко не хватает, да? Ну ладно. Ладно. Так,
Кто еще есть? Есть медик. Так точно. Так, видит 43%. Пробуем. Отличник. Боевой службы. Так. Снайпера в таком случае переводим за эту сторону дерева. И перезаряжаем. Так. Гранатометчика. Давайте подведем ближе. И у нас остается терминатор, да? Ну и терминатор тоже бежит как можно быстрее и ближе ко всем оставшимся. Здесь у нас летунчики. Сейчас будут стрелять. Судя по всему, по нашему снайперу. Нет, не будут. Очень странное поведение летунов. В таком случае, что я хочу сказать... Понятно. Так, с боеготовности сняли. Вот этот сотенька. Так, один готов. Я пустой. Этот вышел из игры. Понятно, будем перезаряжаться. Выполняю. Так, ракетчика поближе. Сколько видишь? 81%. Хорошо. Снайпер. 83, работаем. Отличник. Отличная работа. Все сделали как надо. Ну вот. Все нормально. Как работает Мэг, мне очень понравилось. Щитов столько на него я не зря водрузил. Выдержал. Урон офигенный. Любой другой бы просто умер. Раз 10, наверное. А тут всего 4 в щит попадания и все. Так, ну что ж, отлично. Получают наши новички повышение. Так, что возьмем? Давайте часового. Это же пехота. Так, снайперу дадим профессионального стрелка. Тут Гарику можем дать выборочное прицеливание. Готовность ко всему. Смотрите, какие перки замечательные. Так, боеготовность после выстрела, да? Давайте спринтера дадим, все-таки медик. Так, тут у нас шок и трепет. Число стандартных зарядов для РПГ увеличивается на единицу. Вот это крутяк. Вот это крутяк. Так, ну еще и спринтер. Хотя нет, лучше заряды. Лучше заряды. Пусть меньше ходит, но конкретно стреляет. Так. И тут у нас инженер. Крепкое здоровье мы возьмем. Но, возможно, он еще с дугометом у нас побегает. Поэтому пусть будет больше здоровья. Так. Всяких припасиков привезли. Ну и давайте покрутим глобус. Оперативник, разведка, капрал. Так, три обломка кибердиска. У нас всего 5. Тогда нет. Обнаружен инопланетный объект. Маленький истребитель. Давайте. Так, ракеты Лавина только у нас. Ого. А чё так плохо? Ну, в принципе, у него 2 убийства на счету. Экспириенс повышен, значит. Главное догнать. Атакую! Так, наблюдение выявило движение экипажа на месте крушения. Отлично. И кто бы у нас туда полетел? А, кстати, мэки у нас не устают, надеюсь. Где он у нас? Что значит у Мэка усталость 2 дня? Вот с этим вот, я не знаю, напишите, конечно, в комментариях, если что-то против имеете в виду. Но это роботизированный боец.
В него, в принципе, вставили железо столько, что, ну, робота сделали. Какого хрена он у нас устает после операции? Что за безобразие вообще? Непонятно. Ладно, отправляем оперативников на этот кораблик. Освободился у нас тут наш состав. Интересный. Так, маленькая тарелочка же. Может быть, вот этого нам хватит, чтобы слишком много оперативников не посылать. Раз, два, три, четыре, пять. Пять человечков. Как думаете, пойдет? Мне кажется, пойдет. Так, так. Вот таким вот макаром. Тараса вооружим. Подождите-ка, а есть еще какая-нибудь фишка типа броньки тоже? Нету, да? Понятно. Так, а имплант нам дает частичный иммунитет к кислоте. Так, нет, нет, имплант не будем брать. Так, штурмы экипировали. Пехоту теперь экипировали. Так, ну тут как обычно. Прицел уберем. Так, хорошо, следующий. То же самое. Так, так, майор. Тут у нас, где наш автомат Гаусса? Отлично. Так, ну и танкер, конечно же. Так, а вот здесь вот, вот здесь вот. Что-то как-то марсманская винтовка Гаусса не очень хорошо работает. Ну, в плане недострела постоянно. Но сейчас сделаем кое-что. Модуль прицеливания поставим. И поставим, соответственно, марсманский прицел. Может быть, это нам поможет в этой миссии. Так. Я думаю, в принципе, все. Что еще там может пригодиться? Может, еще кто пригодится? Так. Давайте вот на всякий случай маман еще возьмем. Ракеты все-таки. Так, карабин Гаусса. Легкое основное оружие. Оно же нам мобильности добавит, насколько я понимаю. И это хорошо. Вот так вот вооружим бойцов. Так, шестеро человек, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пойдем в таком составе. Шестеро. Маленькая тарелочка, в принципе. Сейчас будет ахнуть, если на этой маленькой тарелочке, в принципе, будет, в принципе, большая охрана. Готовимся к высадке, штурм один. Ну, я думаю, наш этот отряд справится. Австралия отправила уже несколько запросов о помощи, значит, летим туда. Корабль пришельцев загорелся и рухнул. Район падения почти не заселен, что не может не радовать. Надо съездить туда, взглянуть на корабль и добить всех выживших. Да-да, обязательно центр. Добьем. Загорайтесь, зеленые лампочки, мы готовы. Так. Центр, я рейнджер. В районе крушения противник не обнаружен. Штурм-1 готов занять корабль. Вас понял, рейнджер. Штурм-1, попытайтесь войти. Там у нас был скаут Мэг, здесь у нас скаут модифицированный. Вырушен. Хорошо, идем вперед. Еще бы определить, где корабль. Так, это рейнджер наш. К
корабль, судя по всему, вот здесь вот. Ага, понятно, определились, в какую сторону мотаться. Я ну, спешу. Пойдемте. Так, пехота, пехота, пехота. Давайте рывочками подвигаемся. Рассказ. Так. Понял, выдвигаюсь. Двигаюсь на позицию. Снайперов у нас тут нету, поэтому всех будем держать в одной куче, в принципе. Нога. Ну, я уже понял, что тут есть мутончики. Мутончики, мутончики. Идти на вон туда. Сделаю. Давайте перемещаться по тихой грусти. Выхожу. Solid copy, commander. Так, маман. Так есть. Сюда давай. Так, так, так. Тарас. Поехали. И танкер. Вот сюда вот. Хорошо. Ждем. Слышите ту? Так, некоторых услышали уже. Подвигаюсь. Давайте базироваться поближе. Дрога. Так, отлично. Считайте, я уже там. Лео, Лео, давай вот сюда вот. Около танкера встанешь. Так, ракетчик. Вот сюда. Выхожу. Чулок, давай вот тут вот. Так, Тарас. Тарас пробежать может дофига рывком. Нам сейчас нужно без рывка. Иду. Просто сесть поближе. Отлично. Так, танкер. Рушам. Сюда. Неприятель. Семьдесят четыре. Работаем. Есть контакт. Так, здесь 62. Лео, работаем. Есть контакт. Так, следующий. Чилонг. 69. Работаем. Проблема решена. Отлично. И, соответственно, на боеготовность тогда. Так, а Тарас подходит ближе. Видишь его? 59, работаем. Готов. Отлично. Так, медика на место скаута. Боеготовность. Тут также боеготовность. Ракетчика. Ракетчика ближе. За полщита. Так, себя уже обнаружили, поэтому надо бы выходить. Координаты получены. Из тени и уже нарываться на неприятности, как говорится. Так. Выход...
покажу. Давай-ка раз сюда. Интересная штука. Всем внимание. Так, 34. Не есть гуд. Скаут, что у нас скажет? Okay. Давай. За пол щита, да? Так, и не видишь его. Плохо. Поехали. Так, Гарик, давай сюда. Кто у нас еще тут? Чивонг. Можешь, конечно, сюда пробежать, но это пока рискованно. Есть. Пока сюда. Пока вот так. Так, пока жди. Малик бежит сюда, маман. Нефилим. Роджер, доджер. Так, тут боеготовность. Здесь у нас отход. Так, танкер, отлично. Кто-нибудь еще? Нет, ответка идет. Есть попадание по танкеру, нужен медик. Нужен медик, и медик на подходе. Я пошел. Не дергайся, все нормально. Так, полностью исцелен, да? Отлично, 94, работаем. Есть контакт. Так, Тарас, спешу. Вертайся. Отлично. Roger, tracking. Нефилим сюда. Чего? Такая же фигня. Так, прикрытие обеспечено. Хорошо. Ракетчик. Давай-ка сюда за камушек, на передовую. Так, ну в принципе, все, все их передвинули, да? Что замечательно, начали стрелять по разным целям. Но правда во вторую не попали. Так, так, что ж. Что ж. Давай-ка, маман, вот сюда вот. Заряжай пятерочку. Что, никак, что ли? Ну давай тогда с карабинчика. Молодчица. Так, погнали дальше. Что мы делаем? Дальше мы делаем следующее. Ясно. Обоих видим, да, Тарас? Состав заодно соберем. Вот в того, у кого ХП побольше. Объект уничтожен. Отлично, и у нас есть ход на второго. Прищучило. Получилось, шеф. Все готово. Ну, что и следовало ожидать. У нас же команда не пальцем деланная. Команда жителей Непала. Зачаты не пальцем и не палкой. Так, ну вот танкер получает повышение, стойкость, туманные берега, выборочное прицеливание. Так, выборочное прицеливание нехило, возьмем. Здесь у нас Нефилим получает также выборочное прицеливание, беглый огонь и стойкость. Опять же, много всего интересного, но беглый огонь мы уже давали одному.
подбирать оперативнику. Давайте здесь выборочно прицелим. Так, хорошо. Что ж, покрутим до исследований глобус. Обнаружен инопланетный объект. Да вы издеваетесь, что ли? Ну, давайте вот попробуем в защитном режиме Ворон 3. 4 убийства у него. Убийственный ворон. Веду противника. Приближаюсь к цели. Их слишком много. Уходим отсюда. Да уж. Нет, пока что не полетим на этот объект. Так, 6 обломков дронов, 2 инженеров нет. Обнаружен объект. Приземлился? Да вы издеваетесь, что ли? Хотите сказать, мы его так подранили, что он приземлился? Кого мы будем туда брать? У нас же не освободился еще. Так, ну, мой аватар с ранением на 23 дня, разведчик. А где еще один разведчик? Осталось один день. Это Мирослав у нас. Так, ну что ж, вот на этой ноте я закончу эту серию. Наверное, все... Ну, я отснял нынче 3 серии. Наверное, все 3 серии выйдут за сегодня. Поэтому, если успеет серия выйти сегодня, то оставляйте комментарии по поводу того, стоит ли на этот здоровый корабль выдергивать нашего Мэка. Но я, в принципе, думаю, что стоит. Пусть чуть больше устанет. Но тут еще есть такая вот фишка минусовая, что если мы выдергиваем с усталостью чела или Мэка, то он у нас... стреляет с пониженной меткостью, в общем говоря. Это тоже не очень хорошо. Ну вот, оставляю вам возможность для маневра в комментариях, кого бы взять на миссию. И на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.